смерти известного актера Дмитрия Марьянова имеется большое количество несостыковок. Поклонники пытаются не только выяснять все обстоятельства его кончины, но еще и добиться возбуждения уголовного дела против сотрудников реабилитационного центра, в котором артист находился незадолго до кончины. Самой вопиющей особенностью того реабилитационного центра, где находился Марьянов, является то, что многие сотрудники сами испытывали в свое время проблемы с алкогольной и наркотической зависимостью. Избавившись от пагубных пристрастий, они каким-то образом стали помогать другим людям с аналогичными проблемами. Говорит сегодня с уверенностью о том, кто ответит за смерть Дмитрия Марьянова, проблематично. Следственный комитет проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств событий, которые предшествовали гибели артиста. Вопросы у них появились не только к персоналу реабилитационного центра, но еще и к врачам, которые в больнице не соизволили оказать реанимационные мероприятия Марьянову, с помощью которых можно было попытаться запустить сердце актера. Напомним, именитый российский актер Дмитрий Марьянов скончался вечером 15 октября 2017 года. За несколько дней до смерти он обратился в подмосковный реабилитационный центр «Феникс», где сознательно согласился пройти восстановительный курс. В день смерти Дмитрий жаловался на боли в спине и ноге, но сотрудники центра не обратили на это серьезное внимание. В итоге артисту становилось все хуже и хуже, а в больницу его отправили только вечером. Позже стало ясно, что спасти Марьянова можно было только в случае оказания своевременной медицинской помощи.